Краснодаре привлекут к административной ответственности курьера, плюнувшего в инспектора ДПС. Доставщик еды на мопеде нарушил ПДД, проехав на красный сигнал светофора, не остановился по требованию полицейского, а затем и вовсе плюнул в сторону представителя власти. Кадры инцидента попали на видеорегистратор, установленный в салоне одного из проезжающих в тот момент мимо автомобилей. Видео моментально распространилось по социальным сетям, вызвав бурю эмоций у интернет-пользователей. В городском УМВД пояснили, что в настоящее время устанавливается личность курьера, после чего он будет привлечен к предусмотренной законом ответственности. В частности, ему грозит административная ответственность по факту невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора.